Сделать обычные вещи необычными достаточно просто. К примеру, простая ручка или карандаш могут стать зимними, если их завернуть в шерсть и украсить шариками. Для этого нам понадобится шерсть, мыльный раствор и фильцевальная игла. В первую очередь мы выкладываем шерсть по горизонтали, потом по вертикали, вот что сейчас сделали. И сейчас мы будем, намочили ее мыльным раствором и закатывают карандашик и ручку. Катаем только в одну сторону минут 5-10. После того, как сцепятся волокна, можно валять шерсть в любом направлении. Чем дольше длится процедура, тем плотнее получится шерстяной чехольчик. Лишнее мыло выжимается, остатки шерсти отрезаются. Теперь можно оставить ручку сохнуть и приступать к шерстяным шарикам. В момент нам нужно сделать 6 или 5 шариков. Причем шарики должны быть цвета ручки, например, зеленый и голубой. Ну и добавить еще один для яркости, желтый, там, для сочности, ну какой вам нравится. Поэтому сейчас мы сделаем вот такие вот комочки, заготовочки для шарики. Девочки, 5 шариков. Сначала делаем заготовочки, потом иглой их обкалываем со всех сторон, чтобы сцепились волокна. А потом мы уже их мочим и катаем. На ручку наматывается шерстяная нитка в том чехлу. Зигзагом перематываем всю длину, завязываем и оставляем кончик для 3 шариков. В итоге получается ручка в шерстяном чехольчике с 6 шариками. Никита Васильев, Владимир Московский, Москва, телевидение, Центральный округ.